Всем привет! Сегодня у нас 19 января 2022 года. Хочу всех поздравить с праздником Крещения Господня, пожелать всем благополучия и много здоровья. В этом видео хочу показать новый сорт. Этот сорт иммунный к парше. Сорт отлично хранится в обычных условиях. Его потребление примерно конец февраля, март, апрель, май, июнь. Вкусовые качества не теряют. Яблоко не пухнет, не ватнеет. Всегда сочное, ароматное, сладкое. Большая просьба, друзья, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Это помогает очень сильно моему каналу в продвижении. А так не переключайтесь, постараюсь в этом видео рассказать и показать за этот сорт все, что знаю. Сегодня у нас 20 сентября 2021 года. Украина, город Кременчуг. Вот хочу показать полное плодоношение сорта американской селекции, иммунный к парше. Позднезимнего срока созревания под названием Crimson Crips. Яблоки шикарные, просто очень нарядные, отлично хранится до самого лета в обычных условиях. Данное дерево показываю на подвое MM106. Это полное его плодоношение. Сейчас покажу загрузку. Может в легкой степени данный сорт поражаться мучнистой росой. Все дерево улеплено яблоками. Это сорт для любителей позднезимних сортов, иммунных к парше. Хранится просто он бесподобно, уже проверено. Так же самое, как иммунный к парше сорт Gold Rush, так же самое, как иммунный сорт парше Смиральда. Эти три сорта, они просто бесподобно хранятся и имеют отличные вкусовые показатели. У кого этого сорта нету, обязательно посадите. Я думаю, что вам этот сорт понравится. Потребление сорта данного с марта месяца и по середину лета, так как и сорт Gold Rush. По хранению, конечно говоря, конкуренции у этих сортов очень мало. Сейчас покажу загрузку. Лестница. Гляньте, какая загрузка. Яблоко. Яблоко очень урожайное. Очень красивое, нарядное. Обрывать будем этот сорт где-то конец сентября, начало октября и закладывать на хранение. И уже не переключайтесь, в конце видео покажем вам, какой этот сорт имеет вес и какой вкус. Продегустируем вместе с вами. Не переключайтесь. Сорт яблок Crimson Crips в хранении. Давайте посмотрим, какой у яблок вес. Так, сегодня у нас 19 января 2022 года. Яблочки очень все такие, как каминчики. Сорт не крупноплодный. Он такой, как раз деткам в школу самое то. Он 160 грамм. Но оно очень товарное, очень нарядное, плотное. Довольно урожайное. На М9 подвое еще посажу, посмотрю, как оно будет показывать себя. Это на подвое М106 яблоки. На М9 могут быть чуть-чуть покрупнее. Ну, вес примерно вот 150-160 грамм. Но яблочко очень красивое, гляньте, какое. Вот реально нарядное. Оно и на рынке должно, в принципе, нормально себя показывать. Давайте сейчас разрежем, посмотрим, какая мякоть. Он чем-то похож на сорт Моди по виду. Но Моди более вытянутая и более темная, более черная. Так, давайте вот так вот еще. Твердая такая мякоть у него, вот как у Gold Rush примерно. Опа. Вот так. Давайте посмотрим по соку. Сока очень много. Его можно и сейчас кушать, но что я говорю, что потребление конец февраля, март, апрель, май, июнь. Потому что начиная, например, с марта, у этого сорта
очень сильно слышно проглядывается во вкусе именно вот такой вот привкус классный. То есть сейчас его практически нету. И оно хранится, оно чем дальше, тем больше набирает вкусовые. Например, моди от до марта, оно теряет свои вкусовые. А этот сорт с марта наращивает вкусовые. И потому что есть в данный момент много сортов, которые сейчас можно кушать, ну смысл его кушать. Я его просто сейчас вам показываю, что он есть у нас. Я уже, кстати, снимал уже видео за него. И потребление его спокойно март, апрель, май, июнь. Пробуем на вкус. Очень сочный. Яблоко холодное, блин. Сладкое. С легенькой в данный момент кислинкой. Кислинка при хранении уходит. И сейчас даже уже слышно вот этот привкус, аромат. Но чем дольше яблоко дозаривается, тем улучшает больше вот этот, становится более ярче вот этот привкус ароматный. Привкус чем-то похож на сорт Red Jonah Prince. Чем-то. Вот эти тона очень вкусный, такой приятный, классный вкус. Я этот сорт рекомендую всем садоводам-любителям. Так же самое его рекомендую в промышленные сады. Сорт реально отличного товарного и вкусового качества. Тем более он отлично хранится даже без холодильника. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, напишите, кто этот сорт выращивает. Было бы интересно узнать не только свое, а чужое мнение о этом сорте. Ну и ждем следующих видео. Всем пока-пока.